В Петропавловске потушили очередной сильный пожар в промзоне. Он начался в 10 часу. Загорелась сухая трава. На месте чрезвычайного происшествия работали 60 человек личного состава спасателей и 14 единиц техники. Тушить пожар помогали и другие службы взаимодействия. Усложнил работу пожарных сильный ветер. Его порывы достигали 15 метров в секунду и болотистая местность. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что горит камыш, создалась угроза емкостям с нефтепродуктами РГП «Орбита». Буквально осталось где-то метров 300 до емкости с нефтепродуктами. Был объявлен третий повышенный номер вызова. Общая площадь предварительная составляет 8 гектаров сухой травы и камыша. Хлопки были, не знаете, что за хлопки? Ну, хлопки, тут на территории находится мусор, бутылки различные. Они вот при воздействии огня происходят небольшие такие хлопки.